Похитительницы тюльпанов заплатили по 500 рублей. Две муромлянки, пойманные с поличным во время воровства тюльпанов с городской клумбы, отделались протоколом об административном правонарушении. В полиции нам подтвердили, что девушкам был вынесен штраф в размере 500 рублей каждой. Напомним, происшествие произошло около 2 недель назад. 23- и 24-летние девушки срезали с клумбы на улице Владимирской 42 тюльпана. Тем самым нанесли ущерб МБУ благоустройства на сумму 1700 рублей. По результатам проверки в отношении двух девушек, которые сорвали 42 тюльпана с клумбы в районе памятника бронепоезду, было принято решение о привлечении их к административной ответственности за мелкое хулиганство по статье 20.1 Кодекса об административных правонарушениях. Каждой из правонарушительниц был вынесен штраф в размере по 500 рублей. То есть своими действиями они проявили явное неуважение к обществу.